Добрый день. Это действительно поистине праздничный день, потому что люди вашей профессии – это особая каста. Сергей Кожугетович Шойгу, будучи еще министром МЧС, сказал: «Я радуюсь за то, чтобы наша служба всегда была готова на 1000%, но никогда наше участие не потребовалось». Нельзя сказать это о вашей профессии, о вашей службе, потому что человек приходит с помощью ваших рук, с помощью ваших сердец. И в любой самый сложный момент человек всегда надеется, опять-таки, на ваши добрые руки и ваши добрые сердца. Низкий вам поклон за это. С праздником вас!